Уважаемые зрители, подписчики моего канала, с вами Штурмлак, и мы снова продолжаем играть в Quake. Ух ты ж, её тут закрыто, даже непонятно, что тут делать, да? О, я понятно все. Ой-ё, тут еще и двери открылись, непонятно. Ай, ты ж тут уже начали типичные моменты. Ой, зря я это сделал. А, тут... всё. Я ж думаю, всё. Ух ты, ё. Думаю, там всё плохо. Ой. Хотя... мелочи. Вау. Где? Это эпично, блин. Кто? А, понятно. Извините, ребят, мне пришлось перебивать данную. Ай! Я забыл вчера сохраниться. Ой, какой вчера. И мне пришлось заново переигрывать. И вот у меня из-за этого много брони. Так. Вау-вау-вау-вау-вау-вау, я боюсь. А, это же обычно, я уже испугался. Все хорошо. Так, окей. Вау. И по мне еще стреляют. Сзади, блин. Ой, тут еще надо за время. Я успел. Ой-ю. Ай-яй-чай-чай-чай-чай. Я хороший, не трогайте меня. Я ласковый мерзавец. Я ласки на все 100. О-о-о. Так. Окей. Ой-ю. Так, тут что-нибудь есть? А, тут нет ничего. Надо было в телепорт идти, ну ладно. А вот, мы открыли вверх. Или, может, отчет не догоняю. Хотя, все может быть. Хм. Вау. А, вот это дверь. И тут меня ждут подарки, да? Как обычно. Подарочки. Ну да ладно. Ты ж... меня тут заметят, хотел бы спать, но ничего не шло. Ага, тут надо что-то. Здравствуй, я к тебе в гости. Че-че-че. Ха-ха-ха. Не попал. Ля-ля-ля. Промахнулся на 4 класса. Красиво. Я даже не вижу откуда. Ну, давай, сдохни, говно. Подавись своими гранатами. Подавись, да, сволочи? Вот так вот, вот. Не надо. Ой. Опять? Где ты? Гадина. Гадина ты моя. Вот ты, красавица моя. Так, ладно. Получила она. Ой, чу-чу-чу-чу-чу-чу. Есть где-нибудь тут аптечка? Да. А, все про не профукал, ну ладно. Так, патрончики нам не повредят. Так. Мы... ой, быстрее пробегаем нафиг его. Так, я забыл. Погоди. А! Я же открыл дверь, и там была закрытая дверь. Я ее пробежал, да, я ее пробежал, вот она. Тут, о, броня, так хорошо. А, я прошел. Весело. Быстро, как-то. Здравствуй. Надо было его с гранаты раскидать. Ну ладно, не додумался. Я думаю, что этот услышит. О, меня уже другой услышит. Только откуда он меня услышал? Где он? А, он сверху надо мной. Он вот здесь, похоже, да? Да. Ой, он меня явно. Там еще низ куда-то едет. Блин! Ага, мне надо что-то открыть, я так понял. Мне так просто двери не откроют. Ну ладно. Значит, пойдем вниз. Ой, а тут вода. Да. Мне придется по воде плыть, это ужасно. Я думаю, тут страх. А не, смотрите. А, это страх пираньи. Хотя нет.
Это не страх. Это весело, наоборот. Где это? Да блин, ты достал. Все. Ла-ла-ла-ла, я ничего не знаю. Вот и все. У меня еще эти твари в зомби стреляют непонятно откуда. Ой! Знаешь, Ай! Не трогай меня! Ты хороший! Прям как я. Так, что тут у вас? У меня тоже для тебя этот подарок есть. Базук. Я видел там... А, это зон. Да, пофиг. Сейчас мы их расстреляем, чтобы они нам не мешали работать. А то, знаете, будем работать. Вау. Вот это было не очень. Ах ты. Там еще какой-то, я видел, он там. На, он побежит ко мне. Ух ты ж. Попал, говнюк. Ну да ладно. Так. Что-то мне это не нравится. Я же сказал, что мне это не нравится. Он у него на голове застрял, ты очень смешно. Все? Это все? Фигня. Лазерка странная. Что тут лазерка? Погоди, тогда зачем я туда вообще ходил? Ой, я что? А вот. Пулемет опять мне дали. А-а-а! Нифига ж себе. Ой, она еще и едет. Нафиг. Тут все закрыто. О, а там что? Фу, я его убил, нафиг. Это смешно. Скажу я вам, я не ожидал сам такого. Поворот. Я не понял, куда мне вообще тут надо ехать. Сюда что? Ай, ай, дурак я. Я запутался, ребята. Ую! Да. Попался я. Она приедет или нет? А вот едет. Это, наверное, это хрень. Так, только я не понял, что я за кнопки нажимаю. Я понял, что вот эта кнопка это раздавляет. Блин! Понятно. Вау! Я теперь понял, что это за кнопочка. Лучше бы я бы ее не открывал. Не, не попаду. Все убили. А здесь двоих. Все. Этого я тоже убил. Успею забежать. Так, ну быстрей! Мне нужно попасть туда, посмотреть, что там. Может, тут есть какая-нибудь вещь для меня. Вещдок. О. Да. Запутанная тут система, я вам скажу. Непонятно куда. Я вроде бы тут все нажал. Тут нет ничего. Эту кнопку я нажал. По мне еще откуда стреляют, только понять не могу откуда. Но это мы разбиваем. Кстати, под ней ничего не может быть. Все, я понял. Вот. Я все. Я теперь понял. Все, я включился в работу. Вот так вот. Мы идем сюда и просто мы открыли эту штуку. Все, я понял. Только после этого что будет? Ага, вот сюда. И тут меня, как обычно, встречают в мирных условиях, я так понимаю. А эта тварь застряла. Застряла, очень хорошо она застряла. Тут даже аптечек нет.
профукал жизнь, такая чё? Ну, нажал я кнопочку, я так и не понимаю. Ух ты, чё тут? Ух ты, чё? Они закрыли меня! А! Она ж меня сейчас убьёт! Нет, не так просто. Фуф. Это было очень круто. Я жду, я сейчас умру. А, я упал. Погодите-ка. А, вот, я открыл. Все. Да. Так, дальше поехали. Что тут вообще нехорошее? Мне это вообще не нравится. То, что происходит. Че? Ну ладно, я забыл. А! Козлиная морда. Где? Кто? Откуда? А, понятно. Ай! Больно. Ай, я че-че-че. Нафиг от вас. Полетели. Прилетел. Ай-яй-яй-яй-яй. Прилетели мы не туда вообще. Черт! Я вот вообще не ожидал такого отпора. Все, я сдох, короче. Пацаны и девчонки, я умер. Мне нужна срочно аптечка. А у аптечки? Не, еще не все потеряно. Вот только моргающий экран мне вообще ни к чему. Сейчас. Да блин! Разве меня тварь какая-то? Не люблю моргающий экран. Раздражает. Что тут может быть? Зачем здесь костюм? Может он нужен? Ой! Ой! Ой, а вы меня убили! Свалился, блин. Весело. Мне это очень понравилось. Все, я умер. Ура, я умер. Хотя нет. Быстрее. Воздух. 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 Аптечка. Я вообще ничего не соображаю. Куда здесь и что это? Вот сюда давайте. Вау! Здрасте! Я к вам ненадолго. Ай! Не залетел. На огонек. Патрончики. Я реально тут запутаться можно. Тут такие типа все. Нафиг. А, понятно, зачем я сюда прыгну. Ага, я открыл какой-то проход опять. Опять куда-то полетел, нафиг. Прилетел опять. Непонятно куда. И меня сейчас тут убьют, да? Ай. Ай. Давайте соберем эти патрончики. Вот мне интересно, что-то это за хрень. Это отключается ловушки? Да нет. Наоборот, открывает тварь. Вау. Ребята, это вообще не смешно для меня. Даже ни в каком мире. Ай, ай. Черт. На, умри. Фух. Фух. Опять эта тварь. Сколько же этих тварей здесь будет? Так, нам походу сюда, да? Валим. Зачем я к ним упал? Как это? Что это было? У меня вообще жизни нет. Теперь. Ай. Да блин, откуда вы беретесь нафиг? О, теперь вот сюда надо. Да.
нафиг. Все, фуф. Ну что ж, уважаемые телезрители, с вами был Штурмант. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Всего хорошего, до новых встреч.